Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Ая, я являюсь продавцом на Амазоне уже более 5 лет. За это время я выпустила несколько продуктов, также создала свой бренд, который называется Лакая, и успешно продаю свои продукты на Амазоне. Если вы только присоединились к моему каналу, то добро пожаловать. На моем канале вы найдете очень много информации про продажи на Амазоне. Я вам показываю продукты, которые сейчас актуальны и хорошо продаются. Также я вам показываю вообще пути, да, инструкции, как можно продавать на Амазоне. Амазон США сейчас является самой большой площадкой для продаж, самым большим маркетплейсом во всем мире, где можно продавать свои продукты, находясь у тебя в стране. Не обязательно жить для этого в Америке, вы можете находиться, скажем, там в Казахстане, в Азербайджане или там в Израиле, находить интересный продукт где-то, скажем, да, в Китае или там, или в Индии, какой-то другой стране, отправлять его на склад Амазона в США и настраивать, например, свою страничку продавца на Амазоне и тем самым как бы зарабатывать, да. 5 лет назад, когда я только начинала, я не думала, что сейчас у меня будет такой стабильный заработок, и как, например, мама, которая сидит дома с детьми, да, скажем, зарабатывать наравне с людьми, которые ходят на работу там с 9 до 6 вечера, это просто круто. И никогда не поздно заходить на этот рынок, потому что люди очень сейчас креативные, да, например, у некоторых там свое видение продукта, кто-то выпускает какой-то новый продукт. Очень много примеров, когда люди, например, выпускают какой-то продукт, да, такой уникальный, и он просто становится бестселлером, да, люди покупают там по несколько тысяч таких продуктов в день, а продавцы этих продуктов, они становятся там миллионерами, да, например. Я могу привести пример, например, вот продавец из Украины, который делает такие деревянные всякие подставки, да, для стола, для, ну, подставки для телефона, и его продукты сейчас, они являются бестселлерами на Амазоне, они продаются там по несколько тысяч, там, не знаю, в месяц. И вот вам живой пример, да, например, если вы выпустите какой-то такой своеобразный, классный продукт, не обязательно там его выпускать, например, прям придумывать, да, какой-то новый продукт. Вы можете, например, сделать свое, как бы, разнообразить уже существующий продукт и продавать его на Амазоне, скажем, с другим принтом, да, другого цвета. Или, например, если кто-то продает в наборе, там, не знаю, 2 штуки, вы можете продавать 3 штуки. В августе прошлого года я выпустила курс, который называется «Как продавать на Амазоне США от А до Я» по модели private labeling, и на сегодняшний день у меня сотни студентов, которые выпускают свои продукты, продают и заходят, да, на этот рынок. Курс очень легкий, всего лишь 6 часов такого видеоуроков, вы можете логиниться, у вас будет свой пароль, можете логиниться, заходить в любое время. Он безлимитный, на него нет лимита. Также на курсе есть форум, где вы можете оставлять свои вопросы. Да, я понимаю, что вначале вам могут быть некоторые вещи непонятны. И я каждый день мониторю этот форум, отвечаю на эти вопросы и стараюсь вам помочь. Форум очень доступный по цене. Я изначально хотела, чтобы курс был доступен для всех, особенно для тех, кто, например, живет в странах СНГ. Если вы уже, скажем, серьезно настроены, да, например, продавать на Амазоне, то, пожалуйста, переходите по ссылке и ознакомьтесь с содержанием курса. Мне каждый день поступает столько вопросов вообще, вот, про что продавать на Амазоне, с какого продукта начать, сколько вложить. И я всех сразу же отправляю на свой YouTube-канал, чтобы все смотрели, как бы ознакомливались, да, например, как вообще можно начать этот бизнес. Вот. И сегодня я хочу вам показать продукт, который является как бы таким, да, подарком, ну, является одним из очень хорошо продаваемых продуктов в категории как бы подарки, да, например, именно подарочные вот такие вот стаканы, там, бокалы для чая, кружки. Это кружка, да, кружка для кофе, для чая. Это очень классный такой маленький подарок, который по цене он стоит $20, да, тут в Америке это говорят no-brainer, например, вы кому-то что-то хотите подарить и не знаете, что дарить, например, это ваш коллега или там учитель, как бы
знакомая, подружка, да, например, и у вас бюджет там $20, вы не знаете, что подарить, можете подарить вот такую кружку, да, она очень классная, красивая, идет в подарочной упаковке. Итак, всем доброе утро или добрый вечер, у нас сегодня утро, и я заказала вчера вот такой вот, такую коробочку с, как вы видите, с чашкой, да, внутри. Хотела просто вам показать упаковку, как она выглядит. Вот так выглядит упаковка. Здесь FNSQ штрих-код. Многие спрашивают, не разбираются, да, в какие нужны штрих-коды. Вот этот вот стикер, он называется FNSQ. Он должен присутствовать на каждом продукте, который находится на складе Амазона. И, по-моему, у меня даже есть видео, я показываю, да, как его можно получить на Seller Central. Вот сейчас я открою, как вы видите, да, тут все, они обвернули полиэтиленом, чтобы коробка не открывалась. Но я сейчас ее открою, покажу внутри, что есть. Вот так вот я открыла коробочку. Внутри такая открыточка, да, по-моему, тут просто, там нету текста, просто такая открытка. Ну, очень приятно, да, например, если вы кому-то дарите, то получить такой подарок. Так, и здесь полифоум, я не забыла, как это будет на русском, вот, и тут вот сама кружка, тут идет у нас такая крышка, тут идет сама кружка. Хочу показать, что тут написано с одной стороны, да, написано not a day over fabulous, типа, ну, каждый день выглядеть сногсшибательной, ну, fabulous обычно говорят женщине. Вот, и такая вот ложечка, очень легкая такая, золотистая. Внутри вот такая ткань, и то же самое там внутри, а вот еще что-то тут есть. А это такая подставочка, да? Lift your spirits. В общем, вот так это все выглядит, вот такой наборчик. Вот такая вот ложка и вот. В общем, весь этот продукт хорошо продается на Амазоне. Я специально заказала, чтобы вам показать. И сейчас мы будем разбирать цифры, да, сколько это все стоит, сколько зарабатывать можно, какие еще варианты есть на Амазоне. И я всегда говорю, если вы не знаете, с какого продукта начать продажи на Амазоне, начинайте с какого-то продукта, который является подарком. Вы никогда не ошибетесь в этом плане, если вы будете продавать какой-то красивый подарочек, да, например, потому что каждый день на Амазоне там тысячи людей именно ищет что-то в подарок. Вот. Также Амазон сделал это очень как бы легко, когда, например, вы хотите кому-то что-то подарить, например, да, вот в Америке, я хочу кому-то подарить что-то, я могу это заказать на Амазоне, отправить это получателю, кому я дарю, да, этот подарок, и этот человек получит этот подарок вместе с пожеланием, да, вы можете там же прям на Амазоне напечатать свои пожелания, например, сказать, да, там, с днем рождения, там, то все, и ваш получатель, он это все получит и будет очень счастлив. Давайте посмотрим, вот эти вот кружки, которые я вам показывала на Амазоне, да, вообще я всем советую перед тем, как что-то продавать, просто зайти на Амазон и просто посмотреть, что, сколько стоит, да, какие примерные цены. И вот, например, я уже до этого набирала Gift Mug, я сейчас наберу и еще раз посмотрим, какие есть такие подарочные кружки, что больше всего продается. Вот, и также у меня подключен Jungle Scout Extension, да, и он как бы дает мне возможность посмотреть статистику по продажам, да, сколько в день продает какой продавец и сколько они зарабатывают, это открытая информация. И давайте вот посмотрим, да, уже вот есть какие-то вот такие кружки, они по 20 штук в день продают, да, и в месяц у них почти 10 тысяч, на 10 тысяч продажи. Есть вот такие вот, называется print on demand, это когда вы, например, заказываете, и вам просто могут любой принт сделать на кружке. Но это нам сейчас не надо, мы просто хотим посмотреть, какие есть варианты. Есть вот такие вот, да, инсулированные, которые закрываются для кофе и чая.
Ну вот смотрите, в общем, да, какие продажи, вот 13, 20, что, конечно же, это не по 1000 в день, да, они продают, но я думаю, что это тоже неплохие продажи. Вот, например, вот такая кружка, я думаю, на нее есть, наверное, патент, потому что она только одна, как вы видите, да, если бы таких было много, то значит, что патента нет. Если такая кружка одна, и она хорошо продается, значит, такая, ну, как бы на такой дизайн может быть патент. Так, смотрим дальше. И вот она кружка, которую заказала я. Она стоит вот, да, $20. 56 штук в день они продают. И в месяц они продают почти что 1700 вот таких вот наборов. И продажи на 33 тысячи, да, например. Попозже посмотрим, сколько берет комиссия Amazon и сколько можно чистыми заработать, продавая вот такие вот кружки. И есть просто вот такие вот обычные кружки, да, они тоже хорошо, в принципе, продаются. Вот видите, тоже 56 штук в день продает этот продавец. На День Отца, да, они продавали, походу, столько много. Есть на испанском там всякие принты. Вот, кстати, еще то, значит, вот такая кружка появилась, но тут уже какой-то другой дизайн видно, да, здесь вот, где вот держишь, по-другому смотрится. Так, что еще тут есть? Например, вот такая кружка, 36 штук в день продают, в месяц на больше 1000 штук таких кружек продают, и продажи на 16 тысяч, тоже неплохо. Есть вот number one dad, да, тоже на День Отца, как вы видите, очень много таких вот на День Отца всякие, вот, и... Есть вот такие вот, которые греют, да, еще и кофе, но я не советую, потому что они идут с, по-моему, их надо там, они то ли с батарейками, то ли они от электричества работают. Но я не знаю, но я советую вообще такие электрические, в электронику вообще не лезть вначале, когда вы только начинаете продавать. Так, все для отцов, да, вот еще есть вот такие варианты. You're awesome. Там, вот, например, на это тот же бренд, они продают вот такой набор, да, Mr. and Mrs. И это стоит вот почти что сколько, $28. В день продают по 50 вот таких вот кружек, и в месяц у них на 1500 штук продаются на $42,000. Так, вот, это прикольное, кстати, видео линз для фотоаппарата. 66 штук в день продаются, видите, как классно. Вот если вы придумаете какой-то такой красивый дизайн, запатентуете, будете продавать, то будет круто, у вас будет очень хорошая продажа. Видите, человек очень креативный, он придумал вот такую кружку, и у него там многие покупают. Так, ну, в общем, да, ребята, вот смотрите разные варианты. И так как я начала, да, вам показывать именно вот эту розовую кружку, мы сейчас будем ее разбирать, да, сколько, например, она стоит в Китае и, например, сколько на ней можно заработать. И сразу же, чтобы просто не, как бы не терять время, да, я сразу же нашла эту кружку. И смотрите его цены, да, $40 до 5-20 стоит сет. Это зависит от минимум количества, да, сколько вы заказываете. Ну, я думаю, что если написать этой фабрике, да, вот видите, что это фабрика, они 7 лет уже работают, есть, у них есть такие же кружки, это, видите, за набор, ну, я думаю, где-то $2 такая кружка будет стоить с коробкой вместе, вот со всем этим набором. И, ну, за доставку, я думаю, где-то $1.50 будет, потому что я недавно связывалась с одной фабрикой, и примерно, ну, продукт, который в такой небольшой коробке, они сказали, будет стоить где-то $1.50 за, как бы, один продукт, за одну штуку. Так что я думаю, что будет $1.50 где-то стоить. Вы можете, как бы... Конечно же, да, вот, например, не обязательно делать одно и то же. Вы можете придумать какой-то уникальный принт, какой-то текст, например, да, интересный, там, на день рождения, может быть, на день учителя,
в Америке очень часто покупают, и там на День матери, на День отца. Ну, в общем, да, вот разные варианты, вот так вот, то же самое, та же самая игрушка, да, которую я вам показывала, с крышкой, с ложечкой, даже коробка такая же. И у них есть разные расцветки, можно заказать, вот так вот они упаковывают, да, вот они показывают, можно в такую коробку, можно в такую, вот эта вот коробка, которую я вам показывала, есть какие-то сертификаты, также они говорят, что он как бы у них как бы продукт, он очень такой устойчивый, да, он не ломается, вот так выглядит фабрика на в Китае, и у них есть разные продукты. В общем, да, можно связаться с этой фабрикой, спросить, сколько это будет стоить. Они спросят, да, у вас, хотите ли вы другой принт, вы можете отправить им свой принт. Они могут напечатать на такой кружке все что угодно. Так, в общем, вы поняли, да? Ну, примерно $2 будет продукт стоить, и $1.5 будет стоить доставка. Это примерно $3.5 за, ну, себестоимость этого продукта. Сейчас мы пойдем и посмотрим, так как мы уже узнали себестоимость продукта, сколько вы можете заработать, продавая такие кружки на Амазоне. Где у меня вот эта кружка, да, на Амазоне. Я просто хочу посмотреть, например, у нас как бы кружка такая же, да, скажем, примерно. Сколько, например, берет комиссию Амазон за продажу вот именно такой кружки. Для этого вам надо на этом же листинге, да, на этой кружке, пойти вниз, найти вот product description и тут скопировать номер ASIN, да, вот этот вот ASIN номер. Копируете и открываете страницу sell.amazon.com. Тут вы идете в pricing и revenue calculator. Тут вы нажимаете на try the revenue calculator, continue as guest, search Amazon catalog, и тут вы вводите вот этот номер ASIN, да, и Amazon уже, так как это продукт есть в системе Amazon, он вам покажет, например, да, сколько, например, вот этот вот набор, он весит кило, ой, не кило 600, а, так, в фунтах, ну, это примерно будет где-то 800 граммов, да, скажем. Вот, здесь у нас тоже в инчах, да, вот унцы, ой, инчи, размеры кружки. Вот, и цена, вот, да, $20, ну, 19,99, вот и комиссия Амазона, 3,99 и 5,40, да, плюс 11 центов за storage cost в месяц, да, например, за один продукт. И вы должны, например, посчитать, что, скажем, сколько тут, 3,4, 9,40, ну, примерно там $10, да, Амазон сейчас поднял вообще цены на комиссию, так что такие вот цены сейчас, но это никого не останавливает, люди все равно продают, да, потому что в Китае это все дешево, и как бы в любом случае у вас остается какая-то выгода. Так, давайте тут введем вот cost of goods sold, это себестоимость продукта, да, скажем, ваша себестоимость продукта $3.50. И вот если вы просто в общем взять, то вы можете примерно заработать $7, вот 6,99, да. Ну, скажем, может быть, вы еще потратитесь на рекламу, там еще что-то, да. Вот давайте здесь я наберу 0,50 центов, там потратите на рекламу. Ну, $6.49 вы можете заработать, продавая такие кружки. И у вас маржа больше 30%, что очень даже хорошо. Ну, скажем, как вы видели, да, этот продавец там продает там по несколько, там, сколько он, 56 штук в день продает, 50, ну, 1500, да. И если, например, умножить это на 1500, то это примерно 10 тысяч чистыми он продает, он получает как бы за продажу именно вот таких вот кружек. Итак, на что вообще надо обращать внимание, да, когда вы хотите продавать какой-то, например, продукт, который уже существует на Амазоне, вы смотрите, да, таких уже там тысячи, миллионы, да, и вы думаете, а, я сейчас выпущу свой продукт, и он не будет продаваться. Я всегда говорю, что не надо продавать то же самое, что уже есть на Амазоне. Вы можете как-то разнообразить, да, вы можете сделать другую кружку, вы можете переделать текст, да, например, найти какой-нибудь интересный текст, или можно даже картинку вставить, да, например, там, картинку кошки, да, если вы, там, люди, у кого, например,
кот, там, кошка, они как бы купят. Так, и да, это все зависит вообще от разнообразия продукта. Также, например, вот, да, вот этот продавец, он сделал от себя, например, вот такой костер, да, например, вот подставку под кружку, тоже очень нужная вещь. Также он сделал вот такую карточку, да, например, открытку, где можно, тут просто написано, да, например, best wishes и все, ну, не обязательно что-то писать, вот. Я уверена, что этот продавец, он когда-то, когда он начинал, он продумал, да, все, он подумал, так, таких кружек много, вот что я могу добавить? Он добавил вот открытку, он добавил костер, да, который стоит копейки в Китае, но это очень приятно, и его, как бы, продукт на Амазоне, на страничке, да, вот, он будет смотреться очень привлекательно для покупателей, и он как-то отличается, да, от других продуктов. И, может быть, вы тоже, как бы, придумаете от себя, например, что можно добавить к этому продукту, и разнообразить его уже по-своему, да, как-то. Может быть, вы сделаете тоже открытку, но какую-то другую, да, например, поярче, побольше, там, поменьше. То же самое, да, вы можете сделать костер, может быть, тоже какой-то другой, может быть, там, не текст, а какие-то цветочки, да, например. Вот, есть вот такая коробка, да, идет, например. Может, вы сделаете какую-то другую коробочку, например. Ну, это все на ваше усмотрение. Вот смотрите, да, вот в этом плане вам надо быть очень креативными и знать, например, что бы понравилось людям, да, как бы, если вы меняете принт, если вы меняете цвет, вот коробку можно переделать. В общем, да, смотрите и креативничайте, думайте, да, что, например, людям понравится, какие сейчас тренды, может быть, видите, в свое время, например, вот такие вот, например, принт вот, мрамора, да, например, в виде, как бы, в виде мрамора, они были когда-то в моде, может быть, сейчас уже что-то другое в моде, да, например, в тренде, скажем, там, и вы делаете именно такой продукт, да, вы ищете его на Alibaba, например, да, или вы делаете, ну, просто кастомайзинг, да, вы просто ему пишете, вот я хочу, например, кружку, чтобы вот здесь вот были такие золотые там полосочки или там какие-то кругляшочки. Ну, в общем, да, это все можно сделать в Китае, это надо с ними переписываться, им все говорить, например, как это все делать. Итак, как вы уже все посмотрели, себестоимость этой кружки $3.5. И продать вы можете, скажем, там, за 20, да, может быть, у вас даже за 25 она будет продаваться, если у вас какая-то классная, красивая кружка, там, другая коробка, да, скажем, там, и внутри там у вас красивая другая открыточка. В общем, да, это все зависит от продукта, и если, например, вы видите, что эта кружка продается хорошо, вы можете потихоньку поднимать уже цену, и это как я делала, да, когда я выпускала свою сумку, она стоила намного дешевле. А потом, когда я уже видела, что людей интерес, я начала поднимать цену, и люди все равно покупали, потому что это был классный продукт. Так что, если вы хотите, чтобы ваш продукт продавался по немного какой-то такой высокой цене, то вам вначале надо постараться сделать вообще такой классный продукт, качественный, чтобы были красивые принты и была красивая коробка. В общем, да, это все можно сделать в Китае. Даже если вы продаете за $20, в общем, можете заработать вот примерно 6 долларов, да, с каждой кружки. А, как, например, вот этот продавец, он продает сколько? 56 штук, 50 штук в день, 1500, да. Ну, скажем, если вы продаете там тысяч, ну, там, даже по, скажем, по 20, да, там, по 30, там, ну, скажем, 30 штук в день, ну, 1000 штук в месяц, если вы будете продавать, то примерно 6 тысяч чистыми вы будете зарабатывать на этих кружках, да. Продукт не капризный, его очень, как бы, легко заказать в Китае. Это все работает, все продавцы на Амазоне именно так и продают свои продукты, да. Там заказывают в Китае, отправляют на склад Амазона в США и продают этот продукт по уже, как бы, такой завышенной цене. В Америке это считается не такая прям завышенная цена, да, тут все, как бы, продается в долларах, и $20 за такой подарочек, это просто очень отличная цена. Так, ребята, всем спасибо за просмотр этого видео, я очень рада, что мои видео вам помогают, и я очень часто получаю такие хорошие отзывы от вас, да, что
как бы посмотрев мои видео, вы поняли, там, как отправлять товар из Китая на склад Амазона. У меня даже, по-моему, есть инструкция, как я это все делаю. Также показываю, да, какие-то потенциально хорошо продаваемые продукты, с которых вы можете просто начать, вложив небольшие деньги, да, например, в эту кружку, например, если вы только в начале начинаете, вы можете вложить долларов, там, может быть, 500, да, 1000, там, и, ну, в зависимости, сколько штук вы будете заказывать. Я вначале всегда советую не заказывать очень большую партию, да, например. Я могу заказывать, там, большие партии, потому что я такой профессиональный продавец, и, например, у меня есть, да, какое-то видение, там, продаваться продукт не будет. Если вы только начинаете, то я советую заказывать там 50 штук, под 100 штук и просто начинать этот бизнес. Я еще раз хочу повториться, что никогда не поздно заходить как бы на этот рынок Амазона, потому что Амазон растет с каждым годом и также дает возможность всем продавцам со всего мира продавать свои продукты. Заходите на мой инстаграм, там я тоже иногда выкладываю видео, смотрите мои reels, смотрите мои stories, там тоже выкладываю всякие продукты, да, которые сейчас популярны, хорошо продаются, показываю статистику по продажам. Ссылка на курс у меня внизу, можете нажать на ссылку и ознакомиться по курсе. Спасибо, что остаетесь на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои вопросы в комментариях, я стараюсь на них отвечать. Также можете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео, потому что я стараюсь каждую неделю выкладывать новые видео с новыми продуктами. И я хочу, чтобы вы тоже были как бы в курсе, да, что сейчас хорошо продается. И надеюсь, вот эти все мои продукты вам дадут какую-то хорошую идею, продукты, с которого вы можете начать продажи на Амазоне. Всем хорошего дня, пока!